Стоп, что? Вы шутите? Здравствуй, народ! На связи Хакот, и сегодня я вас ознакомлю с одним из самых необычных случаев во время администрирования 5-го сезона проекта Орда Альянс. Поступила обычная заявка. Кто-то кинул клан. И нарушителем был игрок, который уже не в первый раз творит нечто подобное. Прилетев на заявку, события приняли внезапный поворот. Хорошо, окей. Блин, вся сера пропала, все пропало. Калория, привет. Хакот, о, Хакот, они с читами играют, они мне сами говорили, я все это диспавнил, они с читами, говорит, играют, слышишь? Вот эти вот двое, они на читы хотели покупать, проверь их. Они с читами, я все это диспавнил, они с читами хотели играть. Доказательства вызови их на проверку есть? Прямо сейчас. Прямо сейчас вызови их. Демки нет у меня, сейчас не пишет, но вызови их на проверку вот этого и второго. Второго лучше вызови, у него прямо читик 100%, он мне говорил, что он там где-то покупал. Они говорят, что они с читами будут играть, я тебе отвечаю, клянусь мамой. Мне кажется, вы сейчас просто прикалываетесь надо мной. Я тебе отвечаю, Хакот, он уже сейчас все почистит, я тебе отвечаю, 100%. 100%, лутик. 100% с читами, я тебе отвечаю. Они еще меня кикнули просто так. Они меня кикнули с крана, они говорят, что я танкист. Да какой? Но это неправда, это они. А он просто так меня кикнул. Вот этого чекай. Давай, чекай. Сразу говорю, у меня есть чит, но как бы он не рабочий вообще. То есть у меня он установлен. У него, видишь, он говорит, что у него чит есть. Я докажу. Я тебе говорю, он сам признался. Я докажу, что он не рабочий. Я тебе отвечаю, Хакот, ты видишь, у него чит есть, он не рабочий. Я тебе говорю, Хакот, баник. Просто они с читами оба. Файл с читом есть, но он не рабочий. А зачем? Да, он что он делает отвечаю, у вас? Проверим. Что делает этот чит у вас на аккаунте? Слышишь, админ, айда в это. Он с читами, видишь, я тебе говорю, с читами. Ладно, дискорд какой-то. Админ, токсика. Второй тиммейт. Какой никнейм вашего второго из этого тиммейта? Единичку поставить. Сейчас скажу. Какой баник? Я не читерай. Я тебе отвечаю, калория не скажет. Вон написал в арте. Нет, какой... Колдун это ваш второй тиммейт, правильно? Колдун Евгений. Да. Ну не колдун, он чучело, лох. Вот колдун, этот, привет. Изи бомж, бот. Срома, блядь, я не ожидал. Ботики. Я кинул всех, я не кинул, потому что я просто так кинул. Я просто так бы никогда в жизни не кинул. У них читы, админ. Админы, у них читы, я их кинул. Так, ну вы... Я видел, как они с читиками играли. Ребята, не выходите из игры. Хакот, ты меня помнишь? Хакот, ты меня помнишь? Тебя? Он мне сказал то, что ты раз 20 всех... Он мне сказал, что... Неправда. Несколько раз было, понимаешь. Админ, слышишь, бани их, они с читами. Так, калория, будьте добры, пока я здесь нахожусь. С читами говорили. Калория, будьте добры, пока я здесь нахожусь. Будьте серьезнее. Хорошо? Перестаньте вести себя неадекватно. Да, хорошо. Чё ты, ёпта, читак, лох, бот. Закрой вильмот, бот конченый. Чё ты не сможешь меня здесь замутить, да, ботик? Так, калория, я вам говорю, будьте добры, сохраняйте тишину. Ща я позвоню тебе. Да, я спокоен. Меня тоже, слышишь, меня забавь туда, админ. Зачем вас туда добавлять? Меня добавь тоже, но я как свидетель же, ё-моё, мне очень интересно. Я звоню, Хакот. Алло. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, демонстрацию экрана. Вот. У меня чит есть, посмотрите, вон, я вам писал еще очень давно, то, что у меня баны, я купил новый аккаунт специально, чтобы играть на сервере. А чит остался с этого. Ну, как бы я с ним не играю, он вообще не рабочий, я могу запустить сколько угодно раз, он не запустится. То есть раньше играли с читом, и сейас он у вас не работает? Я получил вакбан, больше я не играю с читом. А зачем вы его храните на компьютере тогда, если вы получили вакбан? Разве он не ассоциируется с чем-то? Я его не храню, я его... Ооо,
ясно, лох, ботик. Вот сейчас. Маму оскорбляет, да, дурак. Давай, здрасте, вылетим. Я просто вы получили вакбан, и как я понял, подождите, он мне не включается даже. Просто. Вот я могу его сейчас запустить. Еще раз прошу сохранять тишину. Или показать. А почему вы сейчас ему не говорите, а мне говорите? Он меня обзывает. Я просто вас слышу поверх всего, что я сейчас слышу в Дискорде. Вы очень громко говорите. Колдун, будьте добры, тоже не провоцируйте ни на что. То есть, смотрите, я играю, как бы, все нормально. Никаких без читов у меня ни одной. Я уверен, что ни одного репорта на меня не прилетало вообще никакого. Я, может, убиваю там 2-3 человек за день. Не, вообще. Так, ну я вот только одного не понимаю. А зачем? То, что хранится, я сам не знаю, просто не удалил его, вот у меня он лежит в корзине и все. Вот он. Сейчас. Я сейчас могу выйти из игры, запустить, он нет, не запустится. Нет, вы не должны сейчас выходить из игры ни в коем случае. Я не выхожу. У меня только вопрос, разве сам чит не вызывает вас, вы, как я понял, это ваг-блокировка или какая там блокировка, она да, для да. вас была постыдной, правильно? Ну да, да. Ну, тогда вопрос, разве этот чит не вызывает у вас ассоциаций дурных? Почему, зачем но... вы вообще, в принципе, храните у себя, если он... Я его удалю сейчас. Нет, сейчас мне, ничего типа, не я надо. Я просто... Просто я, если включаю компьютер, я, подожди, я с админом, если я его запускаю, если я запускаю компьютер, я просто захожу сразу же в Rust, я нигде не сижу, мне лень вообще там что-то шариться, что-то удалять, окей. Я просто ничего не делаю. Я вас понял, сейчас зайдите, пожалуйста, в чит-чекер, где ну, то есть вы зайдите в браузер и скачайте чит-чекер. Чит-чекер... Чекер. Нажмите скачать. Сюда, вот это? Да. Вы раньше бывали на проверках? Да нет, ни разу вообще в жизни. Окей. Да заткнись ты уже, я уже прохожу проверку. Нажмите Escape в игре и просто выкрутите звук на ноль внутри игры. Так. Интернет медленный, нужно подождать. Ребят, если что, мы замутили себе звук в игре, поэтому вы там не ждете. Сейчас проблемы с ним. Кто там у нас колдун и калорий, вы там можете веселиться, если хотите. Вы в чате. Мы вас не слышим. А на меня вообще проверки хоть раз прилетали? Ну, подождите, мне просто... Я на самом деле не ожидал вообще такого разворота событий, но мне теперь стало интересно вас проверить. Ну, хорошо, я уверен. Потому что типа... вы сами сказали, что у вас есть читы, и... Ну да, я сказал, потому что, ну, хорошо, типа, я не отрицаю. А Калория, он вас обвинил в том, что вы сказали, что вы с читами будете играть. Он правду говорил, или... Нет, конечно, он... Зачем ему тогда взять и задиспаунить? Вот он весь камень задиспаунил, почти всю серу задиспаунил. Но, может быть, он не хочет играть с читерами. Это нормальный аргумент. Он вообще играл, он не играл с нами. Он зашел вчера и вышел. Он вообще даже с нами не играл. Мы играли, вот я примерно сегодня почти... Большую часть именно я в соло играл. Потом зашел колдун. И потом мы просто сидим дома, залетает он, ну, то есть он на спальнике ресается, просто берет пароль, начинает менять. Ладно, и все. Окей. Эту тему давайте пока что закроем, откройте чит-чекер. Сейчас он загрузился. Еще 55%. Окей, ладно. Пока он грузится, откройте, пожалуйста, в браузер ваш. Ага. Нажмите на плюсик, напишите оплата инфо. Оплата инфо? Да. Сразу видно то, что вот Феникс открыт, но я не играю с ним, я просто смотрю. Ой. Откройте, пожалуйста, что там было видно? Я просто сразу же говорю, не считай это за вранье, я правду сейчас говорю, типа, я показывал вот этому типу, который зашел, с чем я вообще играл. Там оплате инфо, сейчас я зайду, там будет очень много всего вообще. Инфо. Вот Феникс. Вот этот чит он у меня, вот, он закрыт. Вот, смотри. Вот.
19 января пост написано то, что вот типа банят то, что чит вообще не работает. Сейчас вот где купить, подписка, так, окей. Дней. Подождите. Ну то есть чит не работает. Подождите, дайте-ка я посмотрю. Откройте обратно этот ваш сайт. Феникс Хак. Да, вот нажмите на свой профиль сверху справа. Да, профиль. Действует. Сразу же говорю, раз no recoil, он действует, но этот, она продляется с каждым днем. То есть у меня была подписка, я ее купил еще очень, ну, месяц назад. Чит закрылся во время моей подписки, и из-за того, что он закрылся, продляется с каждым днем подписка. То есть вот 4 дня, то есть 4 дня осталось. Mm-hmm. Так, а с пуфером для того, чтобы играть дальше, потому что банк по железу вы получили. С пуфер, смотри, ты покупаешь щит, и он как дополнение идет. То есть ты покупай, не покупай, он всегда будет у тебя. Что, типа, он у тебя всегда будет. Окей, я вас понял. Откройте, пожалуйста, снова ваш профиль. Да. И просто профиль. Нажмите на профиль. Так, подождите. Это чтобы подписку продляли. Ага, подписка. А зачем вам эта подписка? Ну, чтобы она, когда чит открылся, он, типа, смог работать. Ага, то есть вы планировали применять чит, когда он станет доступен? Да, планировал, но, типа, я не играю на этом сервере, на вашем, с читом. То есть я, как бы, может, на классику могу зайти поиграть. Я не отрицаю, не отрицаю. Это я просто показывал вот этому вот моему калории. Вот этому вот. А, нет. Калория. Я... Вот этому типу, с чем я играл. Вот. Я ему скинул ссылку. Он мне сказал, что за чит. Я ему вот показал. Это который. Калория. Это который ваш калория, колдун, это, да? Ну, это мой друг. Калория, это мой друг. Я его лично знаю. Он, у него просто бывают припадки, он может что-нибудь натворить. Я понятно. Всегда, да. А Inside Mark это тот самый колдун. А да? Это Типс, я с ним в прошлом вайпе познакомился. Это колдун, который. Да. Ну он нормальный, он без щитов, без всего. Я понял. Пройти. Откройте, пожалуйста, этот вот основу Discord. Ваш. Нет, Discord. Это вот Inside. Немножко. Да, нет, Inside, который. Да, Inside Mark. Который колдун. Колдун. Да, и пролистайте, пожалуйста, немножко вверх. Вот, когда это? 19 февраля. Окей, чуть-чуть вниз. Чуть-чуть. Вот. Так, окей. Тут про читы вообще ничего нету. Мы... И вот с ним у него ничего про читов нет. У него там мемы просто всякие. Ага, теперь откройте, пожалуйста, вашу комнату в Дискорде, в которой вы обычно общаетесь. Мы общаемся вот здесь вот всегда лично. Подписку сразу же говорю, продляю, чтобы... Когда чит начал работать, он нужен спуфер, сразу же говорю, вот почему нужен спуфер. Я сейчас открою, найду статью эту, вот, закончилась подписка. Почему я написал нужен спуфер? Потому что я нашел пост, просто так они не продляют подписку. А чтобы они тебе продлили ее, нужно написать «нужен спуфер», и они тебе передают подписку, чтобы потом никаких заморочек не было, чтобы я там не показывал админу то, что я покупал, там что-то, вот это все. Ну, то есть, да, читы есть, чё. Наверное, нельзя мне играть. Ну, я не играю, но хранить-то их тоже нельзя. Чё, впереди Mail.ru, я хотел плату инфо. Вот, чекер скачался. Мне открывать его? Чит-чекер? Да, откройте, мне интересно посмотреть. А вы можете объяснить? Я просто читы никогда не применял. Мне интересно, с вашей точки зрения, вообще, во-первых, зачем вы вообще их применяете? Вот. По какой причине? Что вас мотивирует их применять? Меня ни на одном сервере не банило, потому что я не играю. Я, может, зайду, убью кого-нибудь, и все. Ну, типа, я не играю с читами, в Rust особенно. То есть, меня просто... Подписку купил. Хорошо, если вы не играете читами в Rust, зачем вы купили себе и продлеваете подписку на Rust? Я не продлеваю ее. Это чтобы подписку продляли. Ага, подписка. А зачем вам эта подписка?
Ну, чтоб она, когда чит открылся, он, типа, смог работать. Купил вот 18 дней назад. Ну вот, вы смотрите, проклятие, вы тут пишете. Уже 20 дней мы играем по-честному. Когда нам завезут наши законные преимущества? Ну, это по приколу вообще. Ну, так-то да, ну, типа, я ничего не отрицаю. Может, со стороны это смотрится как то, что я еще тот читер, но... Со стороны это смотрится как минимум необычно, то, что я скажем так. Жизнь, от, да. Хорошо, от просьбы просто оплаты инфо вы должны авторизоваться. Да, сейчас. То есть вас ничего особого не мотивирует? Не мотивирует в каком плане? Применять читы. Что вас мотивирует применять читы? Мне интересно это узнать. Да ничего, я просто, типа, я как без читов играю, так, типа, могу запустить, но на этом сервере я не буду запускать. А у вас проблемы? И не хотел вообще, я не запускал. Я вас понял. И на каких вот этих маджикрастах. У вас проблемы какие-то были в PvP, там, не знаю, может быть, вас просто постоянно кто-то душил, вы там решили, что чит это ваш последний шанс, там, проявить себя. Да не, я с калорией, не, у меня такого не было, я просто с калорией играл, но он там, типа, у него... Он, ну, типа, он киберспортсмен, можно так сказать. Так, подождите, это вот про чит, это что-то другое. Покажите, пожалуйста, что это. Здравствуйте. А, это просто рассылка. Мы доделали, собственно, то есть вы подписаны уже на разные паблики, да, связанные с читами? А это просто один и тот же чит. Феникс и про чит — это один и тот же чит. На другие паблики никакие не подписаны. Понятно, ладно. Авторизируйтесь в оплате инфо, пожалуйста, оплата по инфо. Вашему... Вот он. Да. О, вот он. ESP, антиотдача, дебаг камера, время суток на 3 дня. На 3 дня. Майнкрафт премиум аккаунт, пожизненно ваш. Это читер. О, это чит вообще на другую игру еще. Как вы смотрите, что у вас вообще в принципе работает, что нет? Ну вот, здесь заходишь, действует до такого-то, типа обновляется. То есть она мне не кончится, пока чит не станет... Ну, пока он не, чит не станет undetect. Ну подождите, я все-таки не... Вы, получается, мне изначально лукавили, что у вас чит не рабочий, или точнее, что он у вас... Он не рабочий, я могу сейчас нет. Загрузить, то, что он сейчас не работает, запустить. Это я понял. Я имею в виду, что вы не планировали им, в принципе, пользоваться, что вас вот забанило, вы просветлели, и вас это больше не волнует. Потому что, как я понял, вы просто ждете, пока он заработает. Ну, он если заработает, я не буду с ним играть... На зачем вообще, тогда платить типа, за него? Ну, вдруг понадобится, не знаю, кому-нибудь другому отдам. Ну, я не знаю, ну, типа, может быть, я его и запущу, если честно, но не знаю. Ага, понятно. Хорошо, откройте, пожалуйста, Rust Admin. Но не на этом серваке. Откройте, пожалуйста, Rust Admin. Что открыть? Rust Admin. Rust Admin? Ну да, Rust Checker, извините, я перепутал название. Cheat Checker. А ей сейчас зайдите, пожалуйста, в игру. Направьте, вот, да, вот так вот, еще вот так вот держите камеру. И у вас бинды, сейчас... бинды на килл прописаны, kill disconnect, что такое? Нет, ничего не прописано вообще. Точно? То есть, если там мы нажмем точно. Какую-то клавишу, вы не кильнетесь и не дисконнектитесь? Нет, не кильнусь. Все хорошо, прожимайте далее. Вы здесь? Алло. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Включите демонстрацию экрана. Сейчас я говорю, у меня кончился интернет, я просто с телефона раздаю, я сейчас с телефоном говорю. А как секунду, тогда вы подключились с телефона, если у вас кончился интернет на телефоне? У меня Теле2 тариф, там, в общем, Discord безлимитный. Есть Дискорд и безлимит? Телефон безлимит... Именно на телефоне безлимитка. На компьютере он, не знаю, не работает. И как вы собираетесь? Ну сейчас, минуту, я не с телефона. Ну как, если у вас закончился тариф? А, я сейчас с другого телефона раздам. Ну то есть я раздам на свой и оплачу интернет. Серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Ну, я раз не закрывал, могу сейчас показать с камеры телефона. Алло. Да, да. Так,
покажите. Я могу с камеры телефона показать, что я ничего не закрывал. 5 minutes later. Алло. Все тут. Я. У меня просто проблемы с провайдером сейчас. Откройте, пожалуйста, демонстрацию. Откройте, пожалуйста, вашу консоль на F1 внутри игры. У вас там спуфер, что-то запущено? Нет, ничего не запущено. Могу показать этот. Нажмите, только вряд ли она будет здесь таиться, но скорее всего будет скрыта. Ну, могу что угодно показать, мне ничего не открыто. Кстати, а вы не подскажете? Вот вы, получается, раньше применяли, да, читы? Вы знаете, как они работают? Да. Да. А скажите, пожалуйста, вот как вы их обычно прятали? Или вы их вообще никак не прятали? Я их не прятал, мне вообще посрать было. То есть они просто лежали на компьютере? Раст, я не играл в такие игры с читами, в которых тебя могли проверить. Тебе или там дают... Или тебя инжектит античит, то что... Точнее, видит античит, что ты заинжектил чит, и все, тебя банят. Либо... ничего. Ну, то есть, с ваших слов, чит просто он как файл лежит, и его найти не составляет труда. Так выходит? Или есть какие-то способы сделать так, чтобы вот если вас вызвали на проверку, как-то все быстро почистить? Способы есть. Способы, конечно, есть. И какие они, вы не знаете? Мне для опыта интересно это узнать. Ну, можно выдернуть... Ну, допустим, чит на флешке, просто загрузить его. Его можно загрузить. То есть, сейчас рассказываю, самый жесткий план, как загрузить чит, это тебе просто человек по TeamViewer подключается, перекидывает тебе на рабочий стол, не видно, оплачивал ты, не оплачивал, ничего, никто ничего не знает. И просто он на флешку его перекидываешь и никак не найти его. Потом выдергиваешь... паники нажимаешь, ну и все, чита нету. Ну а если вас просто попросят ставить эту флешку обратно, узнать, что вы ее подключали, попросят ее обратно подключить. Что еще раз? Так, у меня что там вообще на HDD? Ховит спуфер. Это я для GTA 5 RP знал. Ага, то есть вы в разных играх, да, как правило, применяете? Да, это я вы заядлый читер, да? Ну как, заядлый, было заядлым. Сейчас, ну, типа, вообще, ну, надоело с читами играть. Ну, да, получается, вы там всего лишь где-то 2-3 месяца назад были заядлым, а сейчас вам надоело. Ну как 2-3 месяца? Месяц? А. Ну мне надоело просто с читами играть. А, понятно. Хорошо. Я не знаю, лет года 4 уже играю. Я понял. А 4 года вы читерите? Ну, 4 года где-то, да, я с читами. Ну, имею в виду то, что начало... Вот первый чит я скачал где-то 4 года назад. Я понял. На КС. Хорошо, закиньте, забанил. Пожалуйста. Меня забанили сразу же. Да. И вас это не остановило? Нет. Ну, как бы я просто скачал софтину бесплатную, и все. Понятно. Окей. Че, меня, скорее всего, откинут, да, сейчас? Или че? Ну... Я, честно говоря, немножко в шоке, потому что сама ситуация по себе довольно странная. Ну, согласен полностью. Ну, вы можете вот что-то интересное мне рассказать, вот связанное с читами, вот, что мне бы могло помочь на этом проекте не позволять нечестную игру? Сейчас придумаю. А я что, первый читак, что ли? Нет, просто я в основном занимаюсь администрированием. И проверки для меня не очень часто я кто-то другие, кто-то другой, да? Да, обычно кто-то другой. Я занимаюсь проверками периодически при необходимости, вот как сейчас, например, возникло. То, что моя задача — это администрировать, а не проверять игроков. Сейчас, я подумаю, я раньше смотрел всю эту фигню, вот проверки, ну, не только по Rust, а там по всем. Я придумал одну очень гениальную идею, которую никто не проверяет, но сейчас забыл про нее сейчас. Что же я там придумал? Не, короче, я не помню. Я если что отпишу, если вспомню. Ну, может, вы постараетесь, я... что это именно за гениальная идея, которая вот... Ну, короче, там как-то проверять через
вот это вот через компьютер сам там как-то смотреть можно, я уже забыл просто. Поиски. Это было месяца два назад точно. А? В поиске .exe вбить, что ли? Не, какой .exe. Короче, где-то что-то я придумал, блин, я уже не помню. Ну, в общем, связано с проверкой, но я не помню, что это, что именно я придумал. Я тогда очень-очень-очень сильно углубился в эту тему, и я придумал одну штуковинку, получается. Ну, а с чем она связана там? Ну, она связана с тем, то, что, ну, вот флешку втыкать только, как я понял, она уже в чекере есть. То есть это было связано вот с этой самой флешкой, да? Это ваша гениальная... Да, ну то есть чекер уже все заменил практически. Понятно. То есть в других играх-то раз чекер не работает, а хотя нет, работает, почему? Он же показывает, что там. Какие, что ты втыкал, что-то вытыкал. Так, окей. Ну что, какой вердикт? Ну, явно, я даже, грубо говоря, некой растерянности, но, скорее всего, допустить игру на сервере человеку, который активно применяет читы в разных играх, мне кажется, очень глупо допускать подобное. Вот вы бы, смотрите, вы бы на моем месте допустили бы на свой сервер игрока, который активно в разных играх применяет читы, и у которого куплены читы даже для раста. Но сейчас, конкретно в данный момент, они недоступны. Ну, репорты. Ну, я бы не допустил бы. Ну вот, видите, вы сейчас сами ответили на мой вопрос, и довольно честно. Это вот достойно уважения, что вы честно отвечаете на подобный вопрос. Вот. Вот и все, значит. Ладно, чё. Все равно лут задиспавнили уже минус мораль. Ну что, все тогда? Да, все. Я бы вам посоветовал научиться играть честно, потому что если вы играете с читами, то... Да я честно играю. Нет, если честно вы играете с читами, вы в разных играх играете с читами, вы это уже не можете отрицать. Я не отрицаю, я просто зарабатывал с помощью этого в одной игруле. Ну, понятно. В общем, если вы играете с читами в какие-либо игры, неважно, Rust это там, не знаю, ну, я что-либо понял. Еще... Вот я играл в Escape from Tarkov, у меня... Я играл... Тоже с читами, очень да? Очень много часов. Нет, я честно играл очень много часов, у меня там... типа, у меня скилл не самый плохой, то есть, ну, можно даже сказать, выше стандартного человека. Ну, понятно. Но я просто клоню к тому, что если вы играете в игры с читами, то игры сами по себе, они развивают IQ, они да развивают ваше мышление. Да. Но если вы применяете если я читы, читами, то, я гандон. То вы просто тупо не развиваетесь. То есть, когда вы играете без читов, ваш мозг постоянно ищет решение разных задач. Если вы играете с читами, то вашему мозгу не нужно работать. За вас все делает чит. То есть вместо того, чтобы повышать в играх свой IQ, вы тупо деградируете в играх. То есть ну, да, для вас игры вообще никакого толка не приносят из-за того, что вы играете с читами. Поэтому бан-то на проекте, вы сами понимаете, что тут другого решения у администратора быть не может. Но вам, как человеку, я советую просто перестать вообще их использовать, потому что вы теряете свое время вообще впустую абсолютно. Применяете читы, вы просто теряете свое время. Вообще впустую. Вы никак не развиваетесь. Да, я понял, я прекрасно это понимаю. Ладно, все. Спасибо за разного рода информацию. Это было познавательно. Хорошо, все. Давайте. Успехов вам в других играх. И надеюсь, вы навсегда откажетесь читов. Хотя, скорее всего, просто проигнорируете мой совет, но я буду рад, если вы все-таки измените свою политику. Да я не... Нет, вот честно сказать, я... Уже давно не читерю. Ну да, месяц, как с ваших слов. Ну, для меня месяц... Ну, это давно. Для меня месяц это мало, но... Ну, вы просто говорите, что вы давно не читерите, и тут же месяц назад. Я играл очень-очень-очень много времени, и я из всего этого времени чит скачал вот в том году. Я играю где-то, ну, чуть вот позже Legacy вышло, и вот чуть-чуть позже, когда эксперименталка вот вышла, вот я с этого времени, например, играю. Это намного времени. Это довольно много времени.
Ну, я и говорю, это очень много времени, и вот я скачал чит на Rust только в том году. А, я вас понял. Я просто думал, что вы с Legacy уже используете читы. А, ну, не-не-не, я честно все играю. Типа, я во все игры, если куда скачиваю, я играю честно. Вот в одной игруле, Escape from Tarkov называется, я читерил только тогда, когда я уже всю игру, можно сказать, прошел, я, у меня уже самый большой левел был, много денег. Я просто начал продавать верты на фанпэй, все вот это продавать, чтобы получить хоть какие-то деньги за свое проведенное время игры. Ну и в общем вот так вот. Я просто начал проводить людей с читами и со всей... Ну, получать, так сказать, какой-то профит. Окей. Просто это в любом случае вы подобным методом... Ну я знаю, я гандон. Ну это... Для тех, кого я убил. Не просто вы, грубо говоря, загубили человеку приятный вечер. Вы загубили человеку приятный вечер. Он, например, вот пришел, знаете, там на работе у него, не знаю, напряг, еще там что-то, там, не знаю, жена пилит. Он заходит в игру, просто расслабится. Тут еще читеры его пилят, но это вообще. Да, это прекрасно. Я просто... Это просто очень эгоистично. Понимаю. Это очень эгоистично и. Не знаю, если вы не хотите, чтобы для вас был отдельный котел в аду, я думаю, вам стоит перестать, не знаю, знаете, чтобы у вас время, что у вас еще осталось в этом мире, знаете, потратить его на искупление. А у меня бан только на сервере этом или в расе тоже? Ну, я вам точно на этот счет не скажу. Окей, ладно, я понял. Ну все, давайте, надеюсь, что вы все-таки... Встанете на путь исправления. Давайте успехов в этом направлении. И вам успехов. Благодарю. В администрировании. Все. Откройте, пожалуйста, демонстрацию экрана. Добрый вечер. Да. Добрый вечер.